Хейо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем пройти рупа на зомби Beyond Oasis. Ну что, мы с вами дошли до замка. Сразу на меня начали нападать. Начинаем заново. Лучше получить. Отлетает. Замок, 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 бежим. В смысле, закрыто? Что за бредятина? А тут везде закрыто. Неужто тут сейчас мне покажут проход секретный, о котором я не знал? Или мне нужно просто город защитить? А, не страшно, мне хп регенится, когда на солнце. В смысле, тут еще что-то есть? Тихо, тихо. Я надеюсь, что солдаты короля защитят его. Подземный коридор приведет тебя через темницу в замок. Но только этот проход перекрыт решеткой. Мой дед говорит, что в северном лесу есть храм, а внутри есть чудище, которое поедает все, что только увидит. О, это получается, я как раз на него наткнулся. Я не знаю, стоит цветок. И что это? Я понял, до свидос. Мне нужно просто наверх подняться. Бац-бац-бац, сейчас мы его, короче, зажмем, да и да. Все. Ладно. Будет открываться, мы будем его бить. Так, надеюсь, все, что у меня. Али? Ха-ха, привет, золотой нарукавник. Я дам тебе принцессу, если ты найдешь большой куб, спрятанный где-то внутри замка. Приди к горе Алад, и я дам твою сестру в обмен на большой куб. Чё происходит? Я понял. Мне нужно было успеть. А, все, да? Ну ладно. Это типа лабиринт? Понял. Приятель, мне нужна твоя помощь.
и этих зомби. Ладно, блядь, зато у меня ключ есть. Ладно, пока. Жалко, что я не могу хилиться ни на солнце. Что он мне даст? Это мне типа с каждым нужно взаимодействовать. И что мне делать? Что за бред? А как его к себе подзвать? Какого черта? Ладно, я понял. Короче, я понял. Берем этого. Проходим. Далее тебя берем. Он не успел связаться. Берем тень и просто валим. Доходим до сюда. Не хочу рисковать, просто идем. Так. Что мне с этим делать? Так вот. Давай. Бей их. Не знаю, зачем они друг в друга стукаются. И где урон? А где урон? И ради чего? А, сундук. С ключом. А теперь мне нужно идти за...
Зачем? Правильно. За тенью. Обратно. Слишком медленно он передвигается. А зачем мне эта тень? А для того, чтобы достать из сундучки, которые мне необходимо. Сейчас мы их достанем. Сюда. И сюда. Зомби. Так, не то. Так. Если отсюда. Я ключ взял, главное все. Главное, что я ключ взял. Ключ я взял, остальное все равно. Так, куда мне идти? Сложно. Сложно. Почти зацепил. Что-то я не понимаю. Обратно бежать? Обратно некуда. Ага. Задание, капельки. И что? Водяного надо взять. Нифига не понял. Все понял. Берем. Вообще-то она зацепила, я видел. Все. Так. Ускоряем. Готово. Принскрин.
Оп. Готово, отлично. Нет, ты туда пуляй. Так, теперь в растение попасть. И... О! Так, отлично. Теперь мне нужен огненный. Блин, быстро ушел. Огненный самый мощный, по сути. Так. Пожалуйста, спасай. А, фу, я думал, вниз нужно спрыгнуть. Хорошо, что вниз не спрыгнул. Так, а подожди, а это мне все-таки пригодится. Питомец. Подожди, отправься пока сюда. Стамину восстановим. Восстановим. Так, используем. Подожди, ты можешь нормально лечь? Сюда, в эту сторону. Алло. Он издевается. Но он не достал бы. Сунуки. Пополняем. Готово. Фу. Плохи. В этой стороне ничего нету? Странно. Так убери духа. Иначе духи работают через раз. Ты сломал мою печать. Я источник силы и могущества Агида и хранитель его души. С моей помощью древнее зло проснется.
Это мне здесь, да, не хватает места? Понимаю. Понимаю. И главное, что он является как еда. Он нашел большой куб. Но если что, мы можем куб использовать как древнее зло. Думаю, да, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.